Мы вернемся к теме праздника 8 марта. Женщинам цветы, детям шарики, а всем прохожим объятия. На Дерибасовской прошла акция «Обнимашки» от одесских волонтеров. Как все происходило в сюжете Надежды Бондаренко. Говорят, человеку для счастья нужно от 3 до 7 объятий ежедневно. Уже второй год подряд одесские волонтеры проверяют эту теорию на практике. И в весенний праздник распахивают свои объятия для всех горожан и гостей города. Какой жарик! Мне кажется, мы, ребята смелые, спросили напрямик, с какого парень года, с какого парохода и на каких морях ты побывал, моряк. Побольше обниматься, побольше эмоций таких хороших, улыбок. Здоровье. Организаторы признаются, от объятий в восторге все участники. Каждый раз, когда волонтеры делятся теплом, получают в ответ благодарность и улыбки. Поэтому акции тактильной поддержки без повода активисты устраивают на регулярной основе несколько раз ежегодно. Мы уже проводим 4-й год обнимашки. И хочется сказать, и дети подходят обниматься, и молодежь, и более взрослое поколение. И хочется сказать, что это настолько незабываемо, что хочется еще и еще и еще проводить такие мероприятия ради тех улыбок, которые мы видим на лицах людей. Похоже, теория обнимашек действительно работает. Даже те, кто совсем недавно грустил после трогательных поздравлений, уходят с улыбками. Ну, обнимашки – это действительно очень приятно. Спасибо. Объятия тепла и весеннего настроения желают всем одесситам. Надежда Бондаренко, Евгений Руденко и весь 7-й канал.